Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Marvel. Так, забираем свои 50 бесплатных кредитов. Так, кстати, кто это у нас такой? Красный Омега, постоянно. Если у вас есть преимущество в 10 очков силы, здесь плюс 4 к силе остальных локаций. Не хочу. Я хочу что-нибудь такое хорошенькое, ребята, нужное мне. А этот Красный Омега мне не нужен. Так, у нас еще задание-то есть? Что-то не могу понять. Оу, задание тут нормально. Поехали. Ух, попробуем немножечко навалять Разиэль. Ну что же, Разиэль, давай попробуем с тобой подраться. Карта здесь получает плюс 1 к силе. Да ёк, Макарёк, да что ты? Чё-то я не понял, а чё, в чём проблема-то? Понятно, как всегда. Я думаю, чё она не ставится? Слушай, чтобы не уничтожили эту карту, мы можем, наверное, ее вот так вот в бронь поставить. А что вот это делает у нас? Так, обладает постоянными эффектами всех карт противника. О, даже как, постоянными эффектами. Постоянный эффект всех карт противника. Ну давай я, наверное, вот так сделаю. Ага. Теперь вот так вот. Космо-то так себе. Космо это так себе. Ну чё, нет, думаю, сейчас пока мы не сможем поставить. Давай вот так вот поменяем, чтобы он не получал здесь тоже энергию. О-о-о-о-о-о-о-о. Халк, говоришь, да? Ну давай. Слушай, он, наверное, их сместит. Я попробую, наверное, все-таки сделать так. И переставить вот сюда. Двоих в минус. И чего там у него остается? Понятно. До свидания. Замечательно просто. Просто, ребят, замечательно. Получилось даже лучше, чем я ожидал. И первое задание у нас выполнено. Так, ага, 50 кредитов. Опять же, одна карта какая-то хочет лучше. Ну, я не буду ее сейчас пока искать, ребят. Ну, агент, что ли? Нет, не агент. Потом, когда чуть больше будет, посмотрим. А пока продолжаем дрынькать. Стефа. Добытчик вариаций. Так, кстати, надо будет мне посмотреть. Вы сказали что-то под аватаркой, где-то там можно... вот эти вот надписи вставлять.
Добавляю... О, карта монстр. Где? Не вижу, ребят. Это, наверное, не здесь. Наверное, когда в менюхе, да? Здесь-то мы просто с тобой. Привет. И все тому подобное. Как ты мне дорог со своими подключениями этими, Айцмен. Вот это плохо. Так, Корк и Мбаку. Корк и Мбаку. Так, получаем копию из... Вот кто у него здесь. А давай сделаем так. Да твою налево, ну хорош уже повторное подключение. Как меня вот это раздражает, не пойму, ребят, из-за чего это все происходит. Соединение все, это, наверное, сервак у них там глючит, сейчас еще и вылетит. Пипец. Просто взяла и сбросила, нормально? Я офигею. Это считается как проигрыш. Я тебе хочу сказать. Да какой опаньки, блин. Ты достал уже своими опаньками. Чепушила несчастный. Опаньки он мне тут говорит, блин. То ли опять у них там сервак упал, то ли я не знаю что. Ну, поиск противника идет долго. Понятно, короче, ребят. Не дадут они сейчас мне нормально тут поиграть. Кто, интересно, мне прокачаться-то хочет? Просто самому интересно. Тигрица не хочет. Дум, что ли? Нет. Тогда я не понимаю, а кто? Ну, явно не фантастическая четверка. Может, морда? Нет. Ртуть тоже не хочет. Так, у меня тут больше никого и не осталось. Подключиться снова. Зашибись. Бег, подключиться снова, подключился, блин. Вот, ребята, это только сейчас. Да. Это только сейчас мы разыгрались, да, получается. Ну вот, 18 карточек уже будет получше. Сейчас мы кого-нибудь найдем. О, броня. Так, мы получаем тайник коллекционера. 350 кредитов. Всего лишь 350 кредитов получили. Ну ладно. Космо. Ну давай космо прокачаем. Shiny logo. 50 кредитов и 10 бустеров. На Йонду. Это что получается? Что мы можем Йонду, да, еще прокачать?
трехмерным. Так, еще бы два, и мы с тобой могли бы взять следующую карточку коллекционера. Зашибись, просто вот бегство. Мне приписали бегство, ребят. Из-за того, что игра вылетела. Нормально? Где тут справедливость может быть? Все карты все карты превращаются в Халк. После какого там? Третьего хода, да? Ну, здесь Шанг-Чи, если что. Как бы нам тут сделать-то лучше? Давай так. Испортим ему всю малину. Губешки раскатил, да? Просто взяли и запороли ему. Патриот. Тендери-тан-тин-тан-тан. Поехали. Так, мистику взял, да? Так, что же нам сделать дальше? Так, 2, это 3, 3-0. Вот так, вот сюда поставим. Этот хмырь сразу на разборку идет, ребят. Это даже не обсуждается. Ой-ой-ой-ой-ой, а что, последний ход, что ли, был? Ё-моё, ребята, извиняюсь. Я не увидел, что это был последний. И я такой сейчас говорю: Халк на разборку идет, блин. Последний ход, оказывается, был. Вот оно что. А я еще взял дурачок и этот снэпнулся. Тьфу ты. Да. Чё-то лопухнулся я тут, конечно. А там у него, получается, без способностей, да? Она увеличивает карты без способностей. Что такое? Нифига тут. Ну, нифига тут силы надавали. Тьфу ты, не будут разыгрываться до конца хода, да? Что ты, Рэй, ставишь-то? Твою налево, блин. Кингпин он сюда поставил. Зачем? Давай так, сделаем. Угу. Так, ну что, все, в этой локации он больше ничего не поставит. Теперь пора действовать нам. Здесь можно, в принципе, что? А тут ничего не разберем, да? Ага, вот так вот. Последний ход. Ту-ту-ту-ту-ту. А что нам сделать лучше? Давай, наверное, вот так вот поставим.
так, и вот так, наверное, да? И вот так еще. Что у него там за карта? Аэро. Ну, мы выиграли. Мы выиграли. Мы даже могли сюда броню не ставить. Но я просто подумал, если он переместит карты через плаща, или может там какой-нибудь на уничтожитель какой-нибудь поставил, поэтому поставил броню туда. Так, выиграете матчи со снэп. Ну, со снэп это повышение ставки. Но надо еще и выиграть. Так, добавляется глыба. Агента поставил. Ладно. Получает копии из рук. Бестия. А бестия что делает? Зверь. Да дай посмотреть. Возвращает остальные ваши карты из этой локации. Теперь не стоит один. Угу. Давай сюда, наверное, поставим. А не единичку? Нет, это не единичка. Нам придется сделать так. Ну, по крайней мере, я ястреба этого сокола уничтожу. Так, мантис. Агент. Кейбл. Хорошо. Тайс. Нет, наверное, не так лучше сделать. А вот так. Но он там вытянул карту у меня из руки. Я не знаю, какую именно. Стрэндж. Понятно. И последний ход у нас. Ну что, ставим дума, наверное, да? Или подожди. Так, это двойка, тройка, двойка, двойка. Или все-таки дума поставить? А вот это вот незадача. Ладно, я рискну так. Ай, надо ее так вот сделать еще. Нам надо сыграть через снэп. Так, забираем Стрэнджа сюда. Дума. Ну вот мы и выиграли. Отлично! Получить награды. Так, дайте мне... А, два матча нужно выиграть. Два со снэпом. Понял. Понял, не дурак. Сейчас все будет. Лорд Карти 98. Лорд Карти. Да, шанс сдохнуть есть, да? Это вот находка для сброса. Перемещаться в другие локации.
Ну что, я ставлю морду сюда. Тяню, мне не повезло. А ему повезло. Карта здесь получает 5 к силе. Я пока пропущу. Так, где у меня ни собаки нет, никого, да? Броня есть. Да, по-моему, поздно броню-то ставить уже. Тебе так не кажется? Он ходит первым, да? У него подсвечено. Твою налево, блин, они перемещаются. Все кто куда, куда только можно. Эй, Нарина, найс. Ну что? Ставим этого. Очень интересно сейчас посмотреть, что он сделает. Ау, нет, 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 ребят, ну. Глупо, глупо было. Вот надо было сюда ставить. Вот сюда надо было ставить мне. Подожди, сюда, ну да. 12, тут было бы 30, 33, а у него было бы 22. Да, и тогда бы выиграл бы я. Ну, ребят, откуда я знал, что у него смерть? Никто этого не знал. Так можно было бы сказать, надо было ставить туда Шан-Чи. Он бы уничтожил. Но ведь никто же не знал. Тут нет такого, что ты можешь посмотреть вражеские карты. Блин, я еще самое обидное снэпнул в конце. Хоть бы не снэпал бы. Ну что опять начинается поиск? Ну что опять со связью? Ну ё-моё, блин. Ну вот это вот самое, ребят, бесявое. Вот серьезно тебе говорю. Это не с моей ли связью интернетовской. Это там у них что-то, блин. Поверь мне, это у них все. Как и вот здесь вот прокачаться. Кто хочет прокачаться? Фиг его знает. Какая карта тут у нас вот на прокачку идет? Я уже, по-моему, здесь все просмотрел, что можно и нельзя. Вот, Джессика. Это сколько мы получаем там? Две, да? Четыре. Ну-ка. Вау. Если эта карта перемещается, ее сила удваивается. Ну, это знаешь, для кого хорошо? Для колод на перемещениях. Есть такие, ребят, тут колоды. Туда идет плащ. Туда идет железный кулак. В общем, там много кто идет. И именно там на так, что здесь нельзя разыгрывать карты? Блин, вот это плохо. Сразу же минус одна локация. О, а вот это хорошо. Вот это хорошо. Квантовый туннель, я его давно не видел уже. Здесь нельзя разыгрывать карты. Ну что, поставим пёси, наверное, да? Давай так сделаю. Вдруг он сейчас единичек здесь понатыкает.
Ломай. Ага. Опа. Так, разрубил. Блейд, значит, да? Значит, если он сюда поставит, который воскрешает обратно карты, это будет полная труба. Гамбит. Ну, он сейчас будет либо Хеллу ставить, либо призрачного гонщика. Тут одно из двух. Ну, это, вот эту локацию он уже проиграл, это 100%, тебе говорю. Снэп, не успел. Снэпнуть не успел я. Паренек задумался, задумался, такой подумал. Да, локацию проиграл, здесь тоже можно поставить фиг знает чего. И по итогу ничего ты не сделаешь. Подзапорол у меня немножко игру, конечно. Не будут раскрываться до конца игры. Змея, наверное, сюда воткнул, да, скорее всего. Я вот эту локацию могу запороть. Так, Мантис тоже пошла в трубу. Карты стоят на один меньше. Ух. Давай вот так вот сделаем. Угу. Карты стоят на один меньше. Так, хорошо. Сколько он там? Два. Последний ход. Снэпнемся. Так, этот перелетит сюда, получается, да, у нас? Мы выиграли, ребята. Прикинь? 20-13. Вообще найс получилось. Такого, конечно, у меня давно не было. Такой ничьи. Классно. И задание выполнили. Да, как-то так. Ну что, дорогие друзья, на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.